Я думаю, что Запад учитывает, безусловно, последние изменения, происшедшие во взаимоотношениях России и Украины. Я еще надеюсь говорить об взаимоотношениях, ухудшившихся, нежели чем о разрыве отношений. Но Европа не, как вам сказать, не настолько серьезно воспринимает влияние России в стратегическом плане, даже несмотря на поставки нефти, газа и всего прочего, замещаемо. Все, что делает Россия в этом мире, замещаемо, просто для этого требуется время. И наша задача как раз не допустить этого замещения, а смягчить, может быть, свою позицию, найти какие-то компромиссные решения, чтобы не усугублять для самих себя, в первую очередь, ситуации. Потому что Европа и мировое сообщество выживет без России. И наши наивные утверждения о том, что мы диктуем кому-то что-то в экономическом пространстве, они далеки от реальности.